домой завтрак, набор такой. Всем привет, привет. Доброе утро. Один молоко. Детей я уже сад, хотела сказать, в школу завезла. Тому, кто ходит в сад еще, там еще спит. Вот. Из новостей у нас забрали дверь. У нас теперь ставка из пеноплекса. Ну да. Ну это временное. Мастер сказал, что сегодня утром они туда должны прийти, поставить все на место. Поэтому мы сейчас завтракаем и надеемся, что они тоже придут сразу. Вот. А я буду сейчас чистить виска, потому что он бедный у нас трудяга, каждый день работает. Надо ему сегодня разгрузочный день устроить, помыть его, почистить хорошо. Да, а потом сидим. А потом? Ну что мы будем делать потом? Потом? Мы в прошлый раз подключали на потолок светильники, и оказалось, что на кухне приходит только один провод. А свет у нас здесь будет в будущем двойной. Поэтому мы вчера купили декоративные реечки для колонны, которую в прошлый раз обклеили уже обоями вентиляции. Мы приклеим сейчас декоративные, приделаем декоративные реечки, среди которых станет наружный выключатель. И будем пытаться дополнительный свет. По поводу света. Электрик никакой. Вчера приехала доставка светильников. Мы заказали светильники на Яндекс.Маркете, похожие. Сейчас покажу. Светильники. Они похожи чем-то на предыдущие, только стекло здесь получается не по краю идет. Вот, значит, будем заказывать в ближайшее время второй потолок светильников. Я заказала еще цветочки, семена разных. Надо сначала изучить, как их посеять, это экзотические какие-то цветы. И вот, и будем с вами потом заниматься посадкой. Сакура, да, сакура здесь. Плюмерия какая-то и адениум. Чуть нам якобы вернут на место двери. У нас осталось полтора, нет, не полтора, но два ряда плитки, которые надо вернуть на места, а то как-то без нее не очень, вообще очень не очень. Ну да. Все на кухне. Выглядит более-менее, в частности, пол. Ага, кроме самой кухни. Кроме самой кухни. Ну, до кухни мы еще пока что не выросли. Мы уже в стадии работы вскрыли коробку. Путем нехитрых манипуляций сделали дополнительный... Здесь нам не хватило включать этот момент. Да, сделали с путем нехитрых манипуляций свет. Сейчас только это все нужно облагородить, выкинуть провод отдельно и спустить будущий выключатель. Посмотрим, что получится. Проложить провод. Проложить провод, да. Не такое уж это и легкое дело будет. Речки приклеивать надо. Да. Да. Самое. Еще нет, но мы уже ее запаривали, да? Ну, так всегда. Ладно, сейчас так. Да, Витька сегодня будет заходной, а мне придется помыть здесь штабы. Да, Витёк, иди сюда. Опа!
Хорошая штука. Чистить щетку. Которая была в комплекте, а мы редко пользовались, потому что изначально вообще не знали, для чего она. Что-то колюч какой-то, да. Покрасилась от шпаклевки, похоже. Плохо, что вот эта часть не разбирается, и как, и как, и куда. Из-за того, что влажная уборка, пыль как бы приклеивается. Это, наверное, единственный тоже минус. Это пыль с водой. Сразу все приклеивается. Пошла я за водой. Опа. Берем водички. Опа. Так, водичка, водичка. Сейчас сразу туда окунем этот контейнер. Помыть. Уже все готово, пусть отдыхает. Так, мы перейдем к следующей помывке. Thank you.
которая тоже грязная. Причем чересчур. Еще одна запчасть. Чуть не смыла колесико. Итак, пылесос, точнее запчасти от пылесоса высохли, кроме фильтра. Я в прошлый раз заказывала фильтр. Тут хорошо идет два в комплекте. Поэтому фильтр мы поставим новый. Так, только смотрим, как он кусается. Так, мы его собрали, пойду за щеткой. В общем, да, пока мы ездили, у нас у него появились дела, в город пришлось поехать, все запчасти высохли. Вот. Так. Все, Витек отправляется на уборку, а я покажу вам, что мы еще сегодня сделали. Ой. Хотела упасть. Итак, покрасили. Докрашиваем. Покрасили. Еще докрашиваем. Белым серебром. Чтобы хозяйке понравилось. А сверху по белому серебру покрываем. Как это сказать? По белому серебру покрываем белой краской. Да. Чтобы белое серебро осталось только внутри кратера. А ты в белую краску не добавлял блестки? Нет. Ты ж купил блестки. Ты хочешь блестки сюда на лестнице? А я куда думал, ты хотел? Я думал, там, где чисто, ну, лунная. Где луна, она будет как-то симпатичнее. Но здесь надо сверху, ты чтобы не говорила, надо белое серебро добавить немножко темный цвет и губкой все-таки местами поводить, оно тогда будет более симпатично. Ну, сейчас. Ну, может белое, белое с бело-серым, это с бело-серебристым, оно себе такое. Потому что вот здесь вот выглядит симпатичнее. Ну, если повернуть. Пока, ну плохо. Ну, светленькое, но надо добавить немножко чуть-чуть еле заметного темного. Тогда будет симпатичнее выглядеть. Вот. Где у нас доделали с большего. Ой. Доделали. Уже плинтус, уже обои есть. Уже есть плинтус, есть обои, есть сбоку. Под лестницей осталось доделать. Да, под лестницей осталось это стол. Он же письменный, он же компьютерный. За столом дальше будет шкаф треугольного, с треугольными дверками для моих инструментов. Вещей, да? Для моих вещей. Нет, не то, чтобы я под лестницу жить перечил, просто вот. Ну, инструмент весь влезет, вот сюда сложится, и все будет аккуратно. Да. Ну, не только инструмент, но все. Поэтому здесь нам нужен стол, на нем компьютер, на нем кресло,
Прям на столе кресло. Ну, о, ты уже прямо вот готов. Да, и какого-то вида, пускай все это хоть и наполовину прикроется, чуть нужно найти какой-то небольшой диван, тахта. Нет, тахта это на котором нет, можно лежать. Нужно, нет. Короче, диванчик, короче, вот такой вот. Ровно на два посадочных места. Остальные два посадочных места где будут? Остальные посадочные места займут свое... Место. Давай, скажи, в игровой. В игровой. Давай, покажи нашу игровую. Нет, ну игровая комната, тут много посадочных мест. Особенно там четыре вот таких мягких. Ну ладно, это все дело времени. Это все наша игровая. Будет игровая. Мозаика с картона можно собирать. Да. Это все дело временное. Сегодня мы доделывали кухню. Так как у нас ставили двери, а двери нам все-таки ставили. Поставили, да. Смотрите, вот. О, только их надо помыть. Сегодня даже вот. Кто? Речки. Да, в общем, застройщик нам оставил два выключателя. Один для кухни был, один для. Один для гостиной. Но так как нам на кухне света вон того мало. А, кстати, да. Наш турецкий фонарик. Ну, не так, его не так, не так красиво видно. Вот так он выглядит довольно-таки симпатично. Память из отпуска. Но выглядит он, конечно, симпатично. Света от него никакого, но выглядит он симпатично. Ну, ладно. Вот, кстати, его можно было использовать как ночник. Сегодня приделывали декоративные рейки. Но мы просчитались, и одной нам не хватило. Нам не хватило одной реечки. Ну ничего, мы не отчаиваемся. Придется завтра, в следующий раз мы поедем и купим. Он докупать. Потому что Леруа нам ждет, можно сказать, каждый день. Есть такая песня, да. Вот. Поэтому сегодня день прошел так. Ну ничего, завтра новый день. Теперь у нас дверь. Правда, пускай стекла не хватает. Стекло еще делается под заказ. Да, две недели ждать. Две недели ждать. Завтра будем докладывать вот уже последний... Куски плитки и предыдущие куски плитки надо дофуговать. Ну, завтра доложим и все, сразу потом уже зафугуем. Да? Да. А сегодня что? А сегодня мы пошли отдыхать.